Культурное сообщество поздравило режиссера, художественного руководителя Саха-театра Андрея Борисова с престижной премией. Напомним, что 19 апреля он стал обладателем «Золотой маски» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Награда стала пятой по счету, полученной представителями республики. Сегодня Андрея Борисова поздравила с получением премии «Культурное сообщество республики» и студенты Института культуры и искусств. В театральном искусстве впереди очень многих регионов, если устроить такое соревнование. А так, то, что вот наши театры имеют такой высокий уровень, говорит о том, что многие наши деятели театра, искусства театра, они очень профессиональны, талантливы, и театральное сообщество, профессионалы это подчеркивает вручением «Золотой маски», которое, можно назвать эту «Золотую маску» как театральный «Оскар».